новостям спорта. Сезон топового мини-футбола в Приднестровье скоро завершится. Через две недели мы узнаем чемпиона Ама-лиги. За кубок поборются 4 команды. Да и на трех фронтах лиги мини-футбола битвы не на жизнь, а на выход в дивизион выше. Последние матчи определяют, для кого сезон лестница в небо, а для кого спуск на вылет. В эти выходные станут известны лучшие команды в лигах Б и С. Как выступают главные претенденты на чемпионство, сейчас расскажем. Из пункта А в пункт Б. Станция «Групповой этап» пройдена. Следующая остановка – плей-офф. Состав из 6 команд на всех парах мчится к победе. Это «Ама-лига 2019». Два претендента сходят с рельс еще на первой остановке. Это «Гребенник» и «Динамо МВД». Продолжают путь еще 4 команды. Теперь их станция – полуфинал. И для кого-то она может стать конечной. Во главе состава «Вива Фарм» фармацевты выходят в плей-офф с первого места. Вместе с лидером в одном экипаже движутся команды «Интерднестерком» и «Геотермал». Сейчас решается, кто будет на четвертом и на третьем месте, поэтому никто не хочет, может быть, играть с «Вива Фармом», поэтому как бы «Вива Фарм» хорошая команда. Последний вагон уходящего состава попадают футболисты бендерского клуба. «Локомотив» все еще на ходу. Можно настроиться на них и постараться обыграть. Неважно, вышли мы в плей-офф, не вышли, надо обыграть. А теперь движемся по маршруту к лиге мини-футбола Приднестровья. На горизонте конечная станция. Составом лиги А управляют футболисты «Красной звезды». Сбросить с чемпионских рельс их может только «Вива Фарм 2». Еще две игры, и мы узнаем победителя. Люди, которые не поиграли в большой футбол, они могут прийти в мини-футбол и тут себя реализовать где-то. А это экипаж лиги Б. На пути к победе столкнутся команды «Электромаш» и «Вымпел». В заключительном туре их ждет развилка. «Электромаш» сразится с новым «Тиросом», а «Вымпел» встретится с «Зарей». На станции Лиги С тоже будет жарко. Время прибытия 8 декабря 12:00. Битва прямых конкурентов «Колос» и «Авангард ТВПМР». Состав телевизионщиков верно движется вперед. Накануне обошли ЕРС 6-2. На кону путевка в состав дивизиона Б. И снова «Ама-лига 2019». Полуфинал в эти выходные. Игры лучших команд «Вива Фарм», «Интернестерком», «Геотермал» и «Локомотив». В финал доберутся лишь два состава.